Всем привет, Ютубу привет. Вот приехал человек с вот такой ранкой. Упало то ли деревцо, то ли ветка. И вот раз залом, два залом, три залом. И все, как говорится, на ребре, на крыше. Не очень приятное, но надо полечить. Вот попытаемся что-то сделать. Ну, чуть поднялось это все дело. Но теперь надо вот здесь поднимать, поднимать и пробивать. Чуть по чуть, конечно, клеем выравнивается. Сбоку в лампе вообще интересно смотрится. Здесь вот они, как тычочки. Сейчас. Вот они, куча заломов каких-то, тоже, наверное, от ветки от этой. Ну ладно, делать-то надо. Ну вот сейчас надо разобраться, развязать вот этот узел. Кого-то забить, кого-то поднять, ну и так далее. Маляры говорят, что шпаклевка чудеса творит. А мы говорим, что клей чудеса творит. Ну и обратный молоток, конечно же. И обязательно китайского производства. Наши российские тут не катят. Почему? Потому что машина импортная, и надо делать импортным. А иначе не получится. Так, ну что, пора кричать, шеф, все пропало. Клиент уезжает, гипс снимают. Вот, тут все скучно. Шучу, конечно. Надо развязывать и пробивать все. Потому что тут действительно. И вот здесь вот, и здесь. Пора уже попробиваться, чуть подравняться. Ну вот. Более-менее, конечно, тут подразрядилось все. Ну, вот это острая вмятина, конечно. И вот здесь по ребру. Вот они, как очередь пулеметная. С ними еще придется воевать тут. И поднимать, и все такое прочее. Но обидно то, что сюда крючочком бы залезть, вот эту вмятинку толкнуть снизу. И все было бы хорошо. А доступа нету. Ну, ничего, как получится. Вот, надо поднять. Вот она рубец, вот она рубец. Ну как, впадина осталась остаточная. Ну, естественно, и здесь по краю еще надо доработать. Ну, так уже, конечно, потихоньку проясняется ситуация. Вот это, конечно, тут много еще поднимать. Был бы крючок и доступ. Уже с этим все шло к завершению. А так, конечно, еще борьба в разгаре. Попытаемся выклеить это все дело и выцмыкнуть наверх, наружу. Вот так вот. Я думаю, все получится. Потихоньку, 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 но... Ну вот, чуть по чуть разведняется. Хотя, конечно, вот складочки... Еще ой-ой-ой какие. Ну, уже более-менее так в глаза не бросается. До чего мы тут додергались? Более-менее ничего, но вот две ямки – это дно. Вот здесь и здесь. А так более-менее, конечно, ничего уже смотрится. Вот. Конечно, косяки в любой работе есть, и я их покажу. Вот, чтоб не думали, что тут идеально, но уже более-менее ничего. Почему я показываю косяки? Потому что я это делаю не для того, чтобы хвалиться, а для того, чтобы люди смотрели и не делали ошибок. Вот. Ну вот.
уже, как говорится, осталось мелочи, вот тут вот эти вот вмятинки небольшие. Ну, если можно выразиться так, дочищаем. Вот, убираем мелкие уже самыми маленькими такими грибочками, насколько это возможно, так сказать, уже. Красоты тут не будет, но будет более-менее ровно. Вот как-то так. А там, конечно, посмотрим, может и хорошо получится. Но опять же, и хорошо, и в ноль, это понятие относительное, относительно того, что было и что можно было сделать. Вот, если бы, опять же, можно было туда крючочком залезть, все было бы хорошо. Я просто знаю, как можно сделать, вернее, как после крючка и как после клеевой. Как ты не пышься, идеально не получается, а хотелось бы. Ну вот, смотрим приблизительный результат. Здесь вот было одно дно, второе, третье, вот так, дынь-дынь-дынь. Вот, естественно, я показываю все то, как есть, вживую, а не так, как должно быть. Но более-менее плоскость поставил, просто она как бы пожеванная. Ну, тут до миллиметра не стоит вопрос делать, до идеала. Можно выклеиваться по 150 раз и чего-то добиться более лучшего результата. Но нам, скажем так, не на выставку. Вот. И, в принципе, плоско все стоит как бы как должно быть. А то, что такая вот, как оспинками, ну, как говорится, что делать? Вот. Более-менее все ровно. Вот как-то так. Просто тут нашли еще, как говорится, нюансики по машине есть. Вот, и решили, что, наверное, хватит мучить машинку. Сейчас чуть шлифанем полирнем и хорош. Да-да-да-да. Сейчас выезжаем, посмотрим на улице. Видно, не видно. А то так, конечно, хаять свою работу каждый может. Еще чуть-чуть вперед. Вот. Ну, на улице видно было. Все. А, еще можно чуть вперед. Еще. Вот так, отлично. О, оказывается, что-то мы можем или могем. Ну во, а то я так переживал, что все плохо. Оказывается, не очень-то и видно. Вот он, хозяин сидит счастливый. Физкульт, привет. Вот сейчас продолжим, посмотрим тут. Кроме этого, еще на машине куча вот таких маленьких тычков. Мы сейчас посмотрели, отдефектовались. Ну, вот их видно, да? Не будем тут, как говорится, тут вот по капоту тоже каменный град. Вот, отраженка тоже видна. Вот. Это видно. Так что... вот такую мелочевку сейчас поддернем. Ну, вот, потихоньку клеимся и дергаемся. Все стандартно. Дрынь, дернулись. Забили с разных сторон, проконтролировал и все. Ну вот оно, это место. Вот. Была умятинка. Самое у меня было, что была проблема постоянно с прыгающим, ну, с плавающими оборотами. Ну вот. Вот она, умятина была. Поменял вакуум, все, как бабка шептала. Ладно, дальше нет смысла снимать. Тут все одно и то же. Ямка,
чпок, забил, чпок, забил. Вот. Вот и вся работа. Уже неинтересно. Тут у нас такая вот беда. Острый тычок. Вот. Но он не выклеивается. Только крючком надо. Острым и в донышко. Ну, для этого была вот сделана такая дирочка. И попытаемся. Тут еще кое-где есть помятости. Попытаемся ее выковыркнуть. Ну вот как-то так. Да, господи, как же ее снять? Вот она. Вот что осталось. Ну и как-то так. Особо в глазки она не бросается, но при увлечении. Вот. Еще надо немножко доработать ее. Подпробить и чуть поднять.